Здравствуйте, подпишитесь на канал, ставьте лайк. Все мы знаем, что в Каспии можно переводить через номер телефона. Это очень популярно в Казахстане. В банк Центр Кредит тоже есть такая функция. Заходим в переводы. Вот. Дальше у нас вот по номеру телефона БЦК, то есть банк Центр Кредит или банк РК. Вот. Если у вас несколько карт, вы можете выбрать номер телефона. Так, выбираем здесь ВКонтакте. И еще мы можем не только в банк Центр Кредит, мы можем в Жусанбанк по номеру телефона отправить, Алтынбанк, банк РБК, Фортебанк, Хоум Кредит, Береке, банк Фридом, Евразийский, Казпочта, Нурбанк и личные кассы. Так, выбираю номер из контакта. Так, если вы первый раз, нажимаем «Разрешить». Клиент должен быть клиентом банк Центр Кредит. Так, вот банк получателя, пишем сумму. Так, дальше мы можем написать сообщение. Так, и нажимаем, сумму написал, нажимаем перевести. Так, подтверждаем. Деньги поступят моментально, можно добавить шаблон, повторить операцию и отправить чек. Да. Так, мы можем здесь узнать по номеру телефона, в какое время, когда перевели, нажимаем сюда. Так, здесь мы можем запросить возврат, добавить шаблон, повторить те же операции и отправить квитацию, то есть поделиться на WhatsApp, почту и так далее. Так, давайте вопросы. Ну, главный вопрос, деньги поступят моментально. Да, деньги поступят моментально, даже на любой банк. Да. Комиссии есть ли? Ну, если у вас карта от банк Центр Кредит до 300 тысяч в месяц, комиссия нету, то есть отсутствует, да. А почему нету в Каспи можно перевести? Нет, в Каспи нету. А почему нету? Это уже вопрос не ко мне. Так, я тоже хочу, чтобы Каспи был. Да, это как они, друзья вместе все как будто сотрудничают, но только с самыми крупными гигантами они не хотят, потому что они и так популярны в Казахстане, например, тот же Халықбанк или Каспи. Вот банки вот сами сотрудничают друг с другом. Но они, походу, согласились, да, что не будем с гигантами сотрудничать. Ставьте лайк, подпишитесь.